Резкое похолодание в Пенсильвании привело к отмене фестиваля ледовых скульптур, скачек на ипподроме и крупному ДТП на автостраде. В результате столкновения было более полусотни машин, погибли 3 человека, десятки пострадали. Причиной аварии стали метель и гололед. Как рассказали очевидцы, погода испортилась почти мгновенно, при этом видимость упала практически до нуля. Многие водители просто не успели затормозить, врезаясь в уже столкнувшиеся машины. Груды искореженных автомобилей перегородили большую часть дороги. Сложная обстановка сейчас наблюдается на трассах всего восточного побережья США.